Всем привет! Сегодня понедельник, а это значит новые акции от компании «Сибирское здоровье». Эти акции продлятся с 6 марта по 12 марта. И первое, что мы видим, это детский крем на ромашковой воде. Этот крем очень хорошо увлажняет и защищает детскую кожу. У меня когда дочка носила еще подгузники, я ей мазала, и никаких опрелостей, раздражений, ничего не было. Обычная цена 490 рублей, сейчас 369 рублей. Также есть детский бальзам для купания, тоже на ромашковой воде, тоже не раздражает, не пересушивает кожу, очень-очень классная штучка. У меня, кстати, дети до сих пор с ней купаются, то есть у меня одному 5, второму 2,5 года. Обычно цена 480 рублей, сейчас 360 рублей. Также бальзам, концентрат для массажа корень, очень хорошо снимает усталость с тела, приводит тело в жизненный тонус и так далее. Обычная цена 320 рублей, сейчас 240 рублей. А также чай из диких трав, очищение и дренаж, который очень мягко выводит шлаки и токсины из организма, сейчас тоже по акции. Обычная цена 210 рублей, сейчас 159 рублей. Также чай легкость движения помогает и укрепляет наши стенки сосудов. Кто страдает варикозом, либо сосудистыми звездочками, либо кто устает при длительной ходьбе, этот чай прям для вас. Обычно цена 210 рублей, сейчас 159 рублей. Также натуральный бета-каротин и облепиха сейчас за 400 рублей вместо 500 рублей. Облепиха очень хорошо помогает нашему желудку, то есть если есть какие-то там язвы, гастриты и так далее, то есть очень хорошо помогает именно в этом. А также лютеин и зеаксантин, это для наших глазок, помогает, чтобы наши глазки не уставали, также защищает от ультрафиолета. Обычная цена 1000 рублей, сейчас 800 рублей.